Уважаемые послы, сегодня Беларусь переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. Калейдоскоп событий 2020 года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества. Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство. Без сомнения, белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментом для восстановления стабильности в обществе на основе балансов интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни. Мы готовы взаимодействовать со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела.